Я чувствую, когда ты танцуешь классно так. И если мы в пути, мы не слышим голоса. Мы запустились, у нас все нормально, жидкости все на месте. Далее мы переварили наш подрамник под новую рейку от Альтезы, в связи с чем мы сейчас будем наращивать переходнички на MySwap, рулевые тяги и так далее. Далее мы к выходным планируем выехать на наш автодром, потестить, так сказать, уже ее в действии. Вот. В принципе, все нормально, пока все идет по плану. Тачка готова, нанесли антидождь в надежде, что я хоть что-нибудь увижу. Ну и можно ехать, потому что что? Толя, привет! Вот это я понимаю, уровень поддержки, а не то, что вы там. Ребят, вкратце рассказываю, что произошло. Квалификация. Одна попытка прогрев, две попытки в зачет. На прогреве у меня что-то происходит с трансмиссией, то есть либо флянец, либо привод у меня режет. Доезжаю в техпарк, выясняем, что это... Ну, как-то так выглядит мой техпарк. Надо инструмент. Стою рядом зданий. И с Федором. Как ни странно. Ребята, пол модный. Ребят, я смотрю, у вас хорошо получается.